Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. И куришь-то все беспокойно, и тень под глазами лежит. Я все равно паду на той единственной гражданской. В эфире Барт Радио. Дорогие друзья, сцена Барт-радио на фестивале «Платформа» приветствует вас. Открытый фестиваль «Платформа» в 2020 году состоится в онлайн-пространстве. Сцена Барт-радио традиционно представляет авторскую песню на фестивале «Платформа». Смотрите круглосуточные трансляции на сайте фестиваля. Вся информация о том, что будет происходить, будет опубликовано на сайте, а также на наших страничках ВКонтакте и Фейсбуке. Вы встретитесь с артистами из разных городов и даже стран. Поучаствуете в посиделках, а также на нашей сцене будет происходить и конкурс фестиваля «Платформа». Обратите внимание, что заявки на участие в конкурс принимаются до 1 июля, то есть 30 июня – последний день подачи заявок на участие в конкурсе. Поторопитесь, пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день. Приходите на канал фестиваля «Платформа», нажимайте кнопку «Барт-радио» и будьте с нами. Смотрите нас и слушайте авторскую песню. Будем петь вместе. Будьте, пожалуйста, здоровы, и пусть ваше лето будет музыкальным. А Барт-радио всегда с вами.